В очередном туре Тамбовской любительской футбольной лиги успешно выступили рассказовские футболисты. Команда «Триумф» в первой лиге уверенно переиграла Тамбовскую «Асу» 4-1, а во второй лиге «Триумф-2» встретился с клубом «Ред Булл» также из Тамбова. С первых минут «Триумф-2» пошел вперед и уже вскоре открыл счет. Артем Старостин первым оказался на добивании после дальнего удара. Второй гол в ворота соперника отправил Александр Сельхов. Вскоре забивает Алексей Ожогин, голевой пас на счету Артема Старостина. Во втором тайме многочисленные атаки «Триумфа-2» продолжились. Четвертый гол забил Алексей Самойлов, затем отличился Александр Ледовских. А финальную точку поставил капитан команды Сергей Желтов после передачи Артема Старостина. Победа 6-0, и «Триумф-2» продолжает подъем в турнирной таблице. А первая команда из рассказывала «Триумф» уверенно переиграла Тамбовскую «Асу» 4-1. По два гола забили Максим Кузнецов и Артем Старостин.